И, по-моему, шкалика тоже. Мы возвращаемся, да, хлеб? Да, приветствую По всех. погнали смотреть пикибаны. Ой, Эрик как раз только что сделал первый бан. Бладран. Забанил. Шкалик, естественно, уничтожает карту, на которой нет рейлгана. Это предсказуемый этап его жизни. Пиков банов. Вот, Эрик берет Вэйл. Он не любит, кстати, одинаковые карты играть. То есть там у них были Ковенант, Крусибл и третий, что он там выбрал-то, я не помню. Я тоже не помню. Но, в общем, карта, по мнению Шкалика, без рейлгана, это как хлеб без масла. Ну, хлеб-то, вот, который без масла знает, как это живется, да, без масла? Да вообще, атас. Так. Инсомния. У нас Юра хочет контактного боя. Но Шкалик на инсомнии хорошо играет. Кстати, шкалика на самом деле вообще со счетов списывать нельзя. Мое почтение этому товарищу, но как он филигранно пользуется рейлганом. Как бы я не ненавидел рейлботов, но к шкалику с опасением. Вот. Отношусь. Отношусь, не отношусь. Ну, не важно. Да, что они там? По сервакам у меня, блин, есть центр один. Шкалик, На шкалик. последнем, мне кажется, выберут какой-нибудь дип. Блин. Наверное, на этом сойдутся. А кто будет последний? Эрик, ну что ты? Дракон подглядывает, подглядывает И дракон. подслушивает. Может его забанить на время? А дракон, если бы не написал, не спалился бы. Он не стесняется. Кстати, да, интересно. Ну, не знаю, я бы Ковенант не пошел со шкаликами играть, там дистанции большие, и он этим рейлганом просто не подпустит к чертям. Ну, я бы тоже. Я бы сыграл, наверное, лучше всего даже тот же Дип, кстати, интереснее с ним играть. Потому что там хоть шансы есть. Ну, тип, Дистанцию потому что сама сократить. по себе, да, дистанцию сократить, карта Ну, проще, сама по проще. себе маленькая, да. Так, Ковенант вычеркнул дракон все-таки. Но у нас сегодня хлеб, походу, это. Что-то там. Где-то рядом с Амангой терся, поэтому все правильно сказал. О, да, гадание на хлебных крошках. Обращайтесь, 5 000 рублей за сеанс. Хо-хо-хо-хо-хо. Осуждаем. За 5 000 можно, мне кажется, вагон хлеба купить. Ну ладно, тележку точно. Ну, на этом вагоне предсказания никаких не выстроишь, а уж. Прикинь, сколько крошек из тележки из этой там хлеба можно сделать. Так что не умничай. Так, ладно. Что будет Эрик брать? Ну, что он с Ну, кем играет? классические пики, наверное, Это я не знаю. Айзен, Галена. Кстати, тут играют неплохо Сорла, Нет, Килычем. вот, кстати, Сорлок, Килл, наверное, ну, Ирокон кстати, возьмет. все крупные, кстати, тут неплохо играют. Да, Ирокон, наверное, Сорлока возьмет. Ну, и А, Рейнджа возьмут. Рейнджера. Но здесь просто толстые персонажи, у них Сейчас много. самое интересное, что возьмет Юра. Вот у толстых персонажей на Вейле много возможностей давить своим стеком. Да, тут дистанция не быстро сокращается, диски. Выходит из-за угла и здравствуйте. Заказывали клоча на лицо. Так, что там? Галена шкалит. Неплохо, в принципе. Блин, мне с этим провайдер охренел просто. Взял скорость в 10 раз подрезал, типа как так и надо. Еще у тебя теперь ни единого разрыва? Да.
Ну, как бы это реально подбешивает. Я заявку оставил. Главное, чтобы в процессе стрима нет. Разрыв не устроили нам. Должен быть гигабит, а тут даже до сотки не дотягивает. Ну, такое себе. А деньги-то уплачены. Так, у нас тем временем, пока мы тут... Шкалик забрал ДК. Да, то Шкалик ДК, Эракон Вайзер забанил, хотя, не знаю... И, кстати, Строк, Вайзер... Строк сильный пик, и в исполнении Эрика, и вообще это... Смотри, Эрик идет проторенным путем, забирает всех прямо средних топов. Это Рейнджер, Строк. Ну да. Но, я говорю, Эракон Вайзера, не знаю, забанил. Ну, как бы в исполнении... Кюрца Вайзер хороший, но... Он его забанил в исполнении Сереги, потому что он его помнит, вот и все. Но, я говорю, на Инсомне Вайзер, ну, не знаю, такое себе по сравнению с другими пиками. А вот Дума он взял, чтобы просто не дать его Юре, мне кажется. Из вредности, так сказать. Так, вот, погнали в Квейк. А, кстати, кинь мне этот... Инвайт. Вот ты кто? Все, ты зашел? Отлично. Угу. Ничего себе, тут зрителей Барана Василий скушали. Так. Все рейди, что там, Вэл, Галя, Рейнджер, погнали. Начнем смотреть за шкаликом, конечно. Пам-парарам. Как-то он надел, знаешь, такая каска больше, чем у Рейнджера. Я первый раз такую галену вижу. А еще это один из редких людей, у кого есть пьедестал желтый. Не буду уж называть его, как обычно называю. Ну и так всем все понятно. Пам-парам-пам-пам. Ходят слухи, что у Шкалика цыганские корни, может быть. Они играют свою роль при выборе пьедестала. Я думаю, если что, нам Анастасия обо всем этом расскажет потом. Так, начинаем за Галиной. Аккуратнее, Анастасия может и не такие подробности рассказать. Готовьтесь к бою. Психушки золотые, а машинган розовый. Интересно. Так, а мы за кого смотрим? Да-да, за шкалик начинаем. Так, на шафте. Затотомил выход сразу же. Шогу взял. Стартовый, кстати, у него шотган, не машинка. Я вот попытался с машинкой играть, что-то какая-то она... Невнятная. Да-да. Гвоздиком надо забрать был этот лайтец. Или его там уже нет. Ну, так, мимолетиком раз-раз. Рейлганчик оставил. Юра, походу, подумал, что это другой телепорт. Он пока не торопится, пушки собирает, но он сейчас должен был услышать. Боже, как он это делает, а? Сфера полетит, ну да. На 10 шога, но... Да, Юра, шотган, это не рейлган тебе. Тот шкалик мог тоже фраг сделать, но... Ну, сейчас у него стоит значительно выше. Не забрал. Под нос хотел, да, ракетджампом прям увести этот хэвик, но... Мэри, кстати, признался, что у него не получается ракетджампом забирать этот армор хэвик. Много раз он осознавался. Ну, шкалик блокирует вот тот нижний армор.
Ну, Эрик не торопится, он играет свою игру. Сейчас пока не штрафанет из-под тишка, он не будет уходить даже. Видишь, Геннадо притихарился. Да, Рашат, наверное, там шагом просто не вошла. А вот ракета должна была остаться. Должна была ракета остаться до телепорта. Тем временем 1-1. Юрий, надо тотем быстро раскидывать, а он их этого не делает. Уже бы секунд 5 накопил. Плюсом он бы еще и обилки откатил 5 секунд из-за того, что забрал мигу. Уже 10 там. Красивый сейчас фраг был, и дракон там ракет джамп сделал. Да. Вторую надо забрать, тоже ускорить тотемы. Но этого не делает опять Юрий. Ты аптечку имеешь забрать? Да, конечно, аптечки ускоряют откаты билки у Галена. Если понимаешь, кто-то там мало ТП осталось, там двигать все, конечно. Да, не важно, даже из-за одного имеет смысл. Ты, во-первых, аптеку врагу не оставляешь, а во-вторых, себе ускоряешь. Не, про вот конкретно тот момент говорю. Размен. Размен, да, несмотря на то, что Карликом. Эракон забрал. Было. И уничтожил два гриба. Да, как-то надо Шкалику пожевать и стек нажевать. Он штрафует его сразу ракетами сверху. Дракон убивается, потому что у него позиция была. Эрик только слышит, как Шкалик побежал в сторону Хэви. Должен был слышать джампад, получить информацию. Тотем ставит, получает рейл спину Ракон. Да, очередной рейлган он получает, и еще один. Еще один джампад. Лучше шаг, конечно, на этом джампаде. И 120 прям Эракон в лицо соли заряжает. Эракон справляется, тем не менее, да. О, на этом джампаде прикол в том, что если тебя шафтят, то шафт отталкивает к джампаду, и ты невольно еще раз на нем подпрыгиваешь. Не у всех персонажей, если стейк позволяет, ты можешь роки там от стены внизу выскочить все-таки. То есть, ну, надо принять решение быстро. То есть опыт определенный должен быть. А еще там можно застоять, прикинь, джампане, если правильно до стены двигаться, короче. И ты в таком состоянии подъешь, там остаешься не вверх, не вниз. Осталось 5 минут. Ракон во все тяжкие там уже, блин, и спрыгивает, и шафтом, и всем чем угодно. Ну, фраг-то он сделал, что? Фраг сделал, конечно. Победителя несу, я там добился того, что хотел. И догнал. Так, ну замигуйте, драться Эрик тут ловит сразу же. Так, Катя, ты за кого сегодня болеешь, за Эрика или за Юру? Идея хорошая, кинуть сферу на джампад и побыстрее к Миге переместиться, но вот плоховато он ту сферу кинул. А почему? Юра очень сложный оппонент. Ну да. Ну вот, представляешь, ну такая беда. Там только Феникса перебивать на Шкалика. Он должен Ракон понимать, что там не так много ХП. Видишь, показала. Он сейчас вот взял мигу и пойдет, наверное, пушить. Я надеюсь, он пересмотрит. Там, знаешь, время иногда теряет зря. То есть у него тотем в руках был, надо было его кидать, потом от миги получить бонус к откату. И аптечки еще не собираю, чтобы бонусы получать. Но в целом, по крайней мере, да, не как первое время мы, я помню, Серж-Ниндзю. Серега, нажми обилку, ну нажми, ну пожалуйста.
Нет, такого тут нет, все-таки сам ставит. Каков этот Юрий? Ух. Ему бы еще тотем научиться прятать. Понимает дракон, что он сверху стоит и ждет его. В этом моменте дракон, к сожалению, перестреливает. К сожалению, да, Юрия шкалика. Да. Смотри, сколько релганов подряд попадает, и вот третий. Да, ну и что ты с ним делаешь? Это прям беда, беда. Ну вот, ракона подловили на джампаде еще. Ой, не джампаде, на рокет-джампе. Ракеты или шафт? Он выиграл шафт. Да, ну шкали, кстати, я говорю, его многие недооценивают. На самом деле он сейчас сильно тоже апнулся. Я честно говоря, спасибо, не знаю, большая. Недооценивает. Бах. Смотри, этот ракет-буст делал дракон сейчас. Вот, тотемчик надо было кинуть назад за себя, чтобы во время драки он тебя подхилил еще, Юра. Но видишь, он, видимо, еще хочет копить оверхил, то есть он почти что не пользуется тотемом, чтобы отхилиться или нанести урон. Нет, самая большая ошибка — не пользоваться тем, что у тебя есть. Да, тут таракон в ответку попадает. Где там у нас Сергеевна? Счет, минута. Я о чем говорю, да. Все идет к тому, что ест она, видишь, ест. Давай, не отходи от кассы. Видишь, вот видишь, ситуация у ракона похуже. Ну, постойку, конечно, да. Меня всегда поражает, видел, да, что у него сейчас опять было сколько? Ровно 90, 80 плюс 10. Ну вот это что такое? Как эта игра так это делает постоянно? Прям, знаешь, не, даже не 87, не 93 там, а ровно 90 тебе, на. Все, уходи, Сиракон, надо уходить. Все, проштрафил, все, лучше не надо дальше. Конечно. Не взял. Эх, жалко, промахивается шкалик. Сейчас пойдет в контр наступление. О, нет, он не будет спрыгивать. Разошлись. А, спрыгнул. Узкий проход. И тут первый мать за Юрой. Попадает свои ракеты, да. Первая карта... Скриншотик сделай там. Есть. А, что думал. Есть, и сделать скриншот. Ништяк. А точность, кстати... Была больше из Рейлгана у Эракона. Ну... Немного давай... не фартануло. Давай по чесноку. Как бы Юра другими пушками тоже здесь широко пользовался и шафтил. Я говорю, многие... Ну, он, кстати, адекватно всегда критику слушает и знает, что у него есть значительный перекос в Рейл. Но это ничего не меняет в данном случае. Сейчас у нас будет инсомния. И это был пик уже Юры. Если бойцы готовы, можно начинать. Юра готов. Я вот вижу 0.9. Так. Эрик. Амариди. Ну погнали. Так, Юрий, мы один балл писали. Фу-фу-фу, Ханза, какой ты грубиян. Иди этим своим там, триболтом развлекайся.
О, Ленка, привет. А, ты за третью карту. А что там третья карта была, не помнишь? Сейчас посмотрю. Третья карта это дип, Дипчик. да. И вот мне тоже на самом деле интересно, как эти джентльмены сыграют третью карту. Не, нет. Что-то кто-то один рок отломил этому ДК. Единорог. Блин, без лопаток. Какие-то там коды запуска корейских ракет пишет Шкалик в начале. Готовьтесь к бою. Начинаю снять за Эраконом. Раунд начнется. А, прошу вас, за кого начинали? Где Шкалик, он на шахте резался. Одно. В бой. И не пропустил сразу, да, штраф. Эракон понимает, да, что за... Неплохо, неплохо, будет, кстати, потому, заштрафил. Нет, получил здесь, два рейла. Здесь Эракон, да, гарантированно получил хотя бы один рейл, потому что такая позиция. И дальний пушек, прикол, и пулемет. Эрик спокойно будет дожидаться того из маленьких арморов. Есть вероятность, что Эрик может заиграться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И здесь башкой придавил просто. Да, он ракетами сильно забил, он много урона нанес. Понимал, понимал, где искать Шкалика. И давит дальше Эрик, хотя может сейчас шотку получить. Есть вероятность получить тут веточку. Но, блин, если ну честно, здесь, до тоненького, до тоненького, да, конечно, мог. Контролит везде Раконова, по звукам играет. Хорошо, огонь кинул Шпалик, чтобы Эрик не мог вот этот армор проштрафить, не выйти на позицию. Марика неплохо, кстати, строк катается сегодня. Но да, из последних разговоров да. Он так и сказал, что у него на строге кататься проще, чем на свой поставил. Попадает и Рокет Шкалик, кстати говоря. Скидывает позиции скидывает Ракона. И за счет этого просто съедает Мигу. Да, вполне себе. Но Эрик не дает особо прорваться. Драка за красным, драка за красным, кем закончится. Рейл попадает Ракон. В ответку ракета прилетает, и там шок, и Шкалька влетает. И... Вся драка за Хэви. Дерзко сейчас поступил очень Ракон. А чё, у него выбор был? Отличный фраг, да. Отличный. Хорошо, чё, смотри, да, он держал, рейл. Держал. Для получения рейла Шкариком было. Ну, кстати, да, наверное, ты хорошо отправ. Далеко, дистанция не та, но здесь нормально. Зачем? Ну Шкалик здесь фраг делает, да. Тут, да, он еще и внимание, рейл, да, да. Штрафует сразу же. Неизбежно смерть здесь. Смотри, Эракон попал перед смертью рейл все равно. Ну. Попал, попал, это ничего не изменило. Юрий, надо собраться, чтобы третья карта была. Да, видишь, все зрители уже знают манеру игры обоих оппонентов. Отлично, трибол где-то. Я думал, так и было, кстати. Так. Какая ракета в очередной раз от Эракона. Башка идет, башка идет. Молодец, Юра, среагировал.
Как-то вот теперь надо Шкалику выпутываться из этой ситуации. Патова, я бы сказал, ХП мало, арморы маленькие не скоро появятся. Вот мега. Но без арморов мега ничего не значит. Вот маленьким армором разжился. Все, можно за Хэви попробовать подраться. Аккуратничает, аккуратничает Шкалик. Хочет просто подштрафить. Безнаказанно уходит Иракон. Очень аккуратно, да, Шкалик. Вот, стрепочки делают, чтобы рейлы выдавать. Позиция лучше у Шкалика сейчас. КП не позволяет ему появиться. Блин, я у всех прочих, но он, да, отдает сам штраф. Так, ну теперь... Лучше теперь Шкаликом пока. Но он в роли догоняющего. Да, у Шкалика ситуация лучше по стыку, я думаю. Ну, плюс-минус одинаково. Да, забросало здесь ракетами просто и рейл мне, на десерт. Мне нравится, что Шкалик вообще без суеты всегда играет. Вот просто играет и играет. Играешь с ним, думаешь, какого этот хрен все время попадает рейлганы. Леха, вечер добрый. До конца будет выжидать Шкалик, пока он приблизится к армору. Поэтому... Да, попадает в свои 90. Эрик, а я все равно за Эрика болею, не знаю, мне ближе строк, короче. Не люблю я ДК. Не из-за плохого отношения к Юре, а просто не люблю ДК, вот, вообще ненавижу. Мы тебя поняли, скажешь. Валируешь? Чё ты там? Ага. Я тебе это припомню, хлеб. Не-не-не-не. Я не люблю ДК. А строк прям топчик. А чё, ну так, ладно, давай какие? К игре возвращаться, да, мы всё-таки комментируем игру, а не... Да Юра ищет, видимо, штраф. Ой-ой-ой, хороший момент, кстати. Да. Неудачная позиция сейчас. Да блин, да, у Юры был удачный момент под прах, но тем не менее, Эрик удачно откидался ракетой. Ракета у Эрика испокон веков, как бы, мейн пушка, мне кажется. Бах-бах-бах. Смотри, как наломился, да, с ракеты. И Юра. Неудачная жога. Знает. Эрик, чего боится у нас? Оппонент. Так, ну сейчас Эракон на преимущество по фрагам, он просто поменяется, разумеется, предметами и все. Нападаешь, Шкалик. Много ракет очень получает. Надо в стиле Никарейнджа сейчас сыграть, короче, Шкалику, чтобы камбэкнуть. И два фрага, это вполне возможно. Надо супер удивительное что-то сотворить. Оппоненты опять меняются. Огонь! Какая ракетка? Смотри, да, ракета хорошо тоже. Ерик просто, я не знаю, на парах ушел. На это строк, видишь, что тот рокетджамп сделал какой отрыв, хотел путь, но за счет скорости. Да, тут. Ираком высунулся, Шкалик попал. Давай, 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 твой шанс, душить его надо прямо. Обилка есть.
Обилку. Еще рейл попал. Ой-ой-ой-ой-ой. Он 4 рейла подряд попал. Если не больше. На секунду статистика у обоих игроков примерно одинаковое попадание с рейла, но при этом... И Шкалик, смотри, вырывается вперед. И это проблема для игроков. 21 выстрел, 49, а Эрик только 9. Кать, там можно было зону отступления перекрыть, чтобы поджарить его. Ну, наверняка. Просто наверняка. Ну и плюсом часики будет собирать, по крайней мере, а не ходится для обилки про запас. Все, и от контроль плюсбэка играет. Ракон, и эта контрольная ракета, она, я думаю, важна. Сейчас огня. Да-да, это конечная. Да. Все. Хорош. Ну, молодец. Ну, да, ГГС. Скриншотик сделай по-братски. Мне кажется, Терик уже расслабил буки. Сейчас послушаем, что он скажет. Юра. Ох, эти ракеты на инсомнии, это прям вообще пипец какой-то. Не, ну Ерес, ты тоже попадал в ракеты. Да, у тебя тоже были прекрасные. Последняя, вот эта контрольная ракета, когда Иракон из репорта вышел. Да, кстати, 0 шафта, Никарейн же сделал самое главное замечание. 0 шафта, но то, что там... Да тут не нужен шафт на этой карте. Угу, не расскажешь. Смотрю, мы тоже 0. А, ну фрагов, да, фрагов. Да, ну... И Шкалик все-таки, ясно, умудрился 52 рейла выстрелить. Когда успел? Да я уже вроде и рейлган, по-моему, не брал особо. Да, конечно. Вон, я ракеты 90 выстрелил попал еще больше. Попал, вот он эти, он, короче, он простые не попадал, но он попадал эти сверху вниз, блядь, вот такие вот тяжелые. Ну да-да-да, я простые его попасть не мог. Да. Но, а вот сверху вниз я, блядь, охуевал, думал, как я, блядь, как он там еще попал, блядь, я его не вижу, он меня хоп, хлопнул. Нет, матч был... обе карты были интересные. На инсомнии ракеты летали, конечно, значительно. Причем у обоих, это, кстати, просто. Просто у обоих. Там и в воздухе, и на предикт. Когда Юра вышел снизу под Эрика, я думал, все, это гарантированный фраг. Эрик ракеты раз откидался, я думаю, ни хера себе. Ну да, 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 много таких моментов. Я там какую-то хуйню сделал, думаю, все, типа три фрага веду, что-то 8.47, что-то так, думаю, пойду, короче, туда, и на ракету. Господа, господа, третью карту сыграете? Да, ну давай. Не в зачет, а так уже. Можем, конечно. Шоу матчи. Так, на ком я там играю? Так. У вас там был дипчик? Угу. Доведем, и я баньки. Хорош. Уа, у тебя слэшка, что ли, была? А мути зачем? Чё, зачем мути? Да. Действительно. Ну, давайте даже не будем их мьютить, все равно шоу матч. Послушаем, о чем ребятки говорят. Нет, а мы так комментировать не будем? Нет, мы будем. Что, ну, это балаган будет, нет? Да можно, чё? Я даже не знаю. Нет, знаешь, как мы сделаем? Мы их замьютим, а микрофон у них оставим. А, можно. А, ну да, будете да, слышать, да, бля, да, да пиздец. Да, да. Так, чё, погнали. Не, у меня такое, типа, блядь, нахуй туда пошел, блядь. Было вот на инсомни, когда я пошел на ракету. Я мог стоять себе охранять, короче, красный. Так и сделаем, все. Но мне сказало, стало скучно, блядь. А вам мы отправляем красные ушки. Все, давайте, успехов. Типа, приз будет, короче, с остротами от обоих игроков. Да, пара-пара, пири-пири-бу. Эрик понял, что мы его слышим? Блин, на думе неинтересно играть, ну ладно. Настя, иди вот там а играй за него, пальцем в ребро ткни, но... пожалуйста, Юрий, чтобы он хоть там дышать начал, микрофон, что ли. Медленно. Как в валенках, короче, бегает. Опасность, голенький, да-да-да, это все про Эрика. Такой, короче... Кстати, эта карта тоже для рейла ничего такая. Для прострелов. Респы. Привет. Вот, Настя поздоровалась. Анастасия там, да, крикнула свой привет. Надо рейл тренить. Неплохо, кстати, если не Шкалик начал кататься, то ядрить колотитесь. Давай за Шкалика начнем. Это позырь в рукаве? Ну... КФ Шкалик! КФ, бля, нахуй. На самом деле... На самом деле, как бы, слэшкой против Эрика достаточно тяжело играть.
Слушай, мне кажется, пока ворохон на микрофон, я половину игры буду смеяться, а не комментировать. Да, ну все будут угорать, поэтому нормально. Хочет раз смотреть голодный. Ну, неплохо, кстати, скорик начал ездить. И я в напу скилл. Вот да! Я не попал. На какой рейлка стоит, блядь. И за игры все-таки скорик. Я понял, что это такое. Столько всадил, короче, не то. Мало урона носил, по 10. Нормально, блядь. Да, да. Прикинь. Блядь. Ну, пинг, конечно. А, не, вообще нормально. У меня стоит, жжжжжж, блядь. Давай, блядь, постреляемся, блядь. Да, кстати, Лен, Настя перевела как будто бы с радио, привет. Опа! Поехал. Опа! Обратно. Ракетка. Бля, вот рейл попал, было бы красиво, блядь, но не получилось. Такой размен был. Ракета против рейлгана. Респанейло, блядь, рейл не дам, нахуй, блядь, заберешь. Хо-хо-хо, хорош. Есть, я сказал. Бежи, смотри, смотри, смотри. Мчится, с машинкой давай. Да, конечно. Мимо, блядь, мимо. Блядь, там же видно. Ноги. Тихо. Я опять ракету насол. Выйди еще раз. Че, жалко, блядь. Подставляется. Что я делаю? Да че я делаю? А Рейлган так и не забрал, кстати, обрати внимание. Да тут не важно. Важно было свалить как можно. Ну лайт, лайт возьми, все. Стрелял я, блядь, нечестно. Ладно. Соточка. Его тормозит, потому что у него мало ФП. А? Да я пока не говорю. Кусался, который кусался, да, блядь? Молчать. То есть говорить. Ну я могу, да блядь! Да я могу говорить. Походу Настя там ткнула еще раз Юру, чтобы он... Ой-ой-ой. Блядь, подавай. Скажи, пожалуйста, Шерифов не знаю, я не понял, это непорядок. Юрий, что он активнее, короче, эмоции проявлял. Оба. И тут один. Он падает, я же понял. Оба, блядь. Да быстрее, у меня дэш есть, бля, ебать. Я дэш. Тихо-тихо-тихо, ладно, я понял. Это у меня закончилось, смотри, ракеты даже из-за места. Не-не, кстати, Юра, ракет, мое ракет, почтение ракет, на слышке, как начал ездить. Блин, тут дырку у меня видел? Хитрец, блядь. Лайтом видели, блядь? Заберет его. Да ёпты. Не надо, блядь. Сейчас, блядь. Подожди. Ага. Как? Респаун. Отлично. Блин, как это сейчас было? Хуёво. Отлично, хуёво. Отлично, Юрий. Респики, респики. Делай, делай, респаун. Я в шоке, блядь. Блядь. Охуели, убежал. Зачем, блядь? Вот это мастер-класс, как навести шоу-матч. Ребят, молодцы вообще. Ой-ой-ой-ой. Да ёпты. Не хотел. Кстати, очень странно, что Юра куда? Не довёл тут рейлган. Куда он попадает? Я не понял. Блять, ёбаные стены понаставили. Вот закончился рейлган, была осечка. Вот вообще его нету, он, короче, заносит и рейл. Попадает. Иди сюда, блять. Не боюсь сказать, не хуже, чем... Больно будет. Закончился. Да, я тебе говорю, блин, Шкалик это недооценённый персонаж. Тихо-тихо-тихо. Тихо, тихо, тихо. Ну, да подстань! Не дохнет нахуй! Ты понимаешь? Как выжил вообще? Он орёт, слэш, не дохнет. Ой. Опять орёт, блядь. Блядь, на, аптечек нахуй. Нету, ёб твою мать. А есть. Ха! Ха! Спасся. Блядь. Где ты там, а? Мне интересно, Настя там часто его тыкает, нет, чтобы он где? Разговаривал. Надо его догнать, короче. Хотя стоит, нахуй стоит, не стоит, 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 блядь. Твоими пеньками, блядь. На рейл, блядь. Тихо, тихо, тихо. Бочину, блядь. Теперь... Блядь. Чуть не убил себя. Отстань, господи. Кулаком буду бить, нахуй. Нет, нет, нет. Вот так вот, блядь. Нет? Так бы не скажем. Была эта хуйня красная, кто не знает.
Рашат, с этими игроками, кстати, все наоборот, ты не прав. Ой, мама, момент на меня газует! Кулаком буду бить. Да. Играю в гам. Взял, блядь. На нахуй, блядь. Тебя больнее, блядь. Так, шафтинка. Ага, блядь. Вот так тебе. Походу красный. Так, по памяти. Давай, по темечку, блядь. Одна, вторая, третья. Нет. Пойдет, нет? Попадется, нет? А, я не тут. Странно, что респаун не забудился на... Странно, блядь. Эрик, кстати, смотри, технично выровнял счет тем временем, смотри. 6 минут, счет 9-9. Пока ржём во всё. Да-да. Игорь серьёзный происходит. Да-да-да, блядь, шо, Грейл, всё, блядь, да? Тихо, блядь! Можно сделать фраг, Юра? Я первый, нахуй. Господи, как же не везет, а? Господи, а не попал в свои ракеты. Блять, вот урейл попал. Еще одно. Блять, не попал. Блять, нельзя воевать. Это конечно красота. Ай. Фига! Нельзя воевать, не ракеты. Блять, одну дырку куда-то, я рейл не держу, блядь. Ладно. 38, надо 40, походу. Или 35. Блять, не помню, надо. И в ямку, блядь. А я за тобой, братан. Ого, что Эрик сотворил опять. Оба. Смотри, Эрик, как только забрал контроль, так, сразу все. Ну туда, стреляю, не туда. О, все залетели. Рыбок хорошо заходит, да, у Юрца. Я попал, молодец, так и надо, блядь. Едет. На одну, блядь. Ну вот начинается. Еще одну. Опа. Блядь, это. Вот он кричит. Почему он не умирает? Так потому что ты не попадаешь, Юрочка. Хочешь эту зеленую штуку, я знаю. Не хочешь? Ладно, блядь. Хочет, блядь, ждал с меня. На, по пендрию. Тихо, не надо. По пендрию. Тихо. Все, комбочная. Не орел лучше, блядь. Так что давай, Юра, давай, есть время, да? Ну-ка. Нет. Надо рейл взять и постреляться. Блять, какой же быстрый, пиздец. Понятно, блять, а? Я сказал, нахуй. Каратэ, Киокушинкай, блять. Тихо. Я помню сразу эту игру на Дэнди, каратэка. Нельзя, некуда было просто стрельбовать, там была стена. Тихо. А чё, Каник же не держит? Да, он с 50, а у меня в хп. Так а чё у него делать-то? Блять! Он застрял, да? Ой. Я рейл ещё лучше, блядь, раз нахуй. Вот так вот, блядь, даже красная нахуй не нужна мне. Мне нужна плоть и кровь. Выкинул. Так, вот здесь. Но, блин, это печальная ракета. Да, тут, конечно, Эрик да показал мастер-класс. Отыгрался за обе карты предыдущие. Как же хорошо, что по третьей карте пошло. А да! Как же хорошо, что эти карты... Кулачком, хочу кулачком. Так, сюда, блин, братан. Ну, ладно. Вот так вот. Хп было мало. Короче. Балет, нахуй. Урэл, блин. Идея надо, прям... Блядь. Топовая микрофоны оставить. Спрятался, юхи такой. Подожди, блядь, хапались. Так, тихо, блядь, тут опасно. Топовый шоу матч. Да, блядь. Не, блядь. Ну там. Блядь, не могу. Появишься? Появился. Ладно, молодец, блядь, все. Я понял, блядь. Сейчас только аптечку возьму, блядь. Побазарим. Блять, аптечку не взял, прикинь. По попке не попал. Ты нечестный, блядь. Сюда, опа. Смотри. Даже стоять. Я сам. Даже не надо добивать, просто он сам, короче, типа. Я сам, блядь. Одну и вторую, нахуй, блядь. Вроде не слышал. А это говорит, я сам. Так и было. Чего? Фраг престижа, нахуй.
Все нахуй, бля, мура. Блин, мужики, ну вы красавчики, вы сделали сегодня вечер просто. Мне кажется, тут все очень довольны оказались. Рак престижа, красота, да? С победой. Эри, знаешь, что нам Юра сказал в процессе? Как говорит, хорошо, что это третья карта. Ну, блин. Инсомния, на самом деле... Ну, Инсомния мог не выиграть, да. Она не наигранная у меня. Инсомния не вейл толком. Ну, а чё ты их выбирал? А надо. Подожди, выбрал я вейл. А Инсомнию ты... Я забыл забанить. Я знал, что на Инсомнии хорошо играешь. Я забыл забанить её просто. На чём я хорошо играю? На Инсомнии. Да я хуёво не играю. Нормально там рейл. Короче. Только так. Этот шоу-матч был лучший, наверное, за сегодня. Поэтому, ребят, оба большие молодцы. Вот. Эрик, у тебя же последние игры были уже сегодня, да? Насколько я понял. А? У тебя последние игры да, были? Да, 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 последние, да. Что-то я проиграл я две игры. Это Шкалику и Тосу. Молодцы, пацаны. Спасибо, ты тоже молодец, Эрик. Спасибо, да. Спасибо. Мне было сложно, потно. Серьезно? Ну, мне тоже было моментами, когда, особенно, когда, блядь, эти стрейфы какие-то кривые застреваешь. У меня вот это самое главное. Если у меня все чики-бомбони, ну, типа, я не застреваю, у меня вообще катка идет. А если я застреваю, я начинаю беситься, блядь, меня это бесит. Типа, это дабл, жмешь, он, блядь, застрял опять, этот разгон, короче. Не успеваешь туда, ну, вот такое. Эрик, я Настя поздравляю отдельно с завершением турика. Вот, спасибо, всем, Настя, всем спасибо к большое, этому спасибо. Присоединяемся. И давайте на этом мы, наверное, закончим. Пойдем подрейдим, да, пепочи. Спасибо тем, кто нас смотрел. Спасибо игрокам. Спасибо, ага. Спасибо. Хлеба, да. Хлебулка. Давайте тогда всем. Пока-пока. Да, давайте. На связи. Да, сейчас зарядим товарищи Пепу. Все, мы не в эфире. Сейчас, не, 5 секунд еще погоним.